Привет, друзья мои, соратники, дети Бога, рабы Бога, атеисты, буддисты и прочие люди нашей земли. Значит, сейчас вы почитаете очень, можно так сказать, секретные данные, переписку, которую мы вели с Али. В этой переписке слова богов по поводу ситуации с понижением, со скачками Ра. Значит, меня попросили Ра и белые братья поднять сегодня уровень Ра опять до 33, и они будут закреплять уже в этот момент эти поля, ну, другой методикой, чтобы не было таких скачков. После этого будем смотреть, что будет происходить. Значит, сейчас почитайте, что там было, и после этого я сделаю процедуру поднятия. Вот, предлагаю вашему вниманию почитать переписку нашу с Али, когда мы обсуждали эту ситуацию. Ну, если слишком быстро листается, можете поставить на паузу и прочитать внимательнее. Ну, так я сделал большой перерыв, то есть большое время на каждый отрывок. Вроде должны прочитать нормально. Я подметил, что мнение Фьера со мной очень, с моим мнением достаточно синхронизируется. Фир так пожестче. А мнение Али близко к мнению Ра. Или наоборот. Тут неожиданно про Ливию и Сирию, что это паства России. Вот про историю, конечно, интересная тема, что было на самом деле. Надо просить Али, чтобы он сделал большое интервью, ура, и написал реальную историю России. Это слава Светы. Что ж, после этого надо приступать. Ну что ж, после того, как мы поняли, какая ситуация и что от меня ждут мои высшие друзья, я беру такой символический предмет, перышко, и с его помощью сейчас запущу некие процессы. Процесс будет запущен на весь земной шар, шар, а не на лепешку. Вот. Ну, как мы понимаем, скорее всего, та энергия, которая сейчас пойдет, она будет закрепляться на территории Ра. Плюс к этому я добавляю еще защиту для тех людей, которые приняли Ра, они принимают Ра, соответственно, сверху ложится защита от внедрений, от всего такого, да? Чужеродного, если оно такое есть. Соответственно, один взмах будет поднятие Ра до 33, и второй взмах это будет защита. Ну, такой алгоритм. Внимание, приготовились. 33 Ра у всех. Шк. И защита у всех. Шк. Не знаю, как это выглядит, наверное, смешно, да? Но главное не в этом, как я уже до этого говорил, а в том, что какие теперь будут у нас результаты после этого события, после вот этих взмахов перышком.
Вот, так что смотрим дальше. Мы участвуем в большом эксперименте, и нам очень повезло.